Заходишь ты, значит, такой на YouTube, а тут очередной безымянный тип с микрофоном свое особо ценное мнение на показ вываливает. Но как бы то ни было, приветствую на очередном канале, который собирается паразитировать на актуальных медиаповодах. И начнем мы с разбора, или я бы даже сказал анализа, фильма «Смертельная зона» 2021 года рождения. Сразу скажу, что фильм ограниченно годен к просмотру. Разумеется, при условии, если вы терпимо относитесь к херовой компьютерной графике и готовы включить СПГС на полную, чтобы понять, что именно нам хотели сказать создатели. Я недаром упомянул СПГС. Видите ли, в фильме можно встретить сюжетные повороты и художественные решения, часть из которых мы поймем лишь после окончания просмотра. Также вполне возможно, что дело во мне, и я копаю слишком глубоко в этом довольно посредственном фильме от стримингового сервиса. Немного поговорим об адаптациях названия наших любимых. На русском языке фильм называется «Смертельная зона», отчего я был готов к появлению роботизированных шлюх-нацисток из вселенной Вульфенштейн. Отдает какой-то трешатины, но тут стоит уточнить, что название в данном случае перевести проблематично. Outside the wire – это отсылка к популярному выражению «think outside the box». Оно означает «мыслить нестандартно», «выходить за пределы коробки». Первый раз я с ним познакомился еще в комиксе «Романтика апокалипсиса». Комикс категорически рекомендую. Тем не менее, можно было подобрать иной вариант – без нитей, без проводов, без поводка, из подчинения. Какая-то аллюзия на марионетку или служебную собаку, которая сорвалась с привязи. Но не будем устраивать тут трудности перевода. Лучше взглянем на сюжет. 2036 год. Будапешт. Вернее, Украина, которую изображает окраина Будапешта. Сразу скажем спасибо, что нет никаких тут Костовий, Урзыкстанов. Взяли реально существующие страны и конфликты и развернули вдаль. Так вот, дела на Украине обстоят, мягко говоря, хреново. В Киеве, наконец, рванула та самая бомба имени Ленина. Причем бомба оказалась грязной. В итоге мать городов русских и окрестностей выглядит как окраины Будапешта. Где-то тут расположилась база американцев. Разумеется, звездно-полосатые тут с миротворческой миссией не дать сторонам конфликта убить друг друга. Справляются они со своей миссией так же хреново, как фальшиво звучит словосочетание «американский миротворец». В стране продолжается велотекущая гражданская война, чей итог предсказуем, если взглянуть на карту. Небольшая зеленая зона, где базируются янки и мирные жители, напоминает осажденную крепость. Осаждают эту крепость красные. Нет, не эти. И не эти. Да, вот эти красные. Точнее, красные. Да, их в оригинале зовут именно так, латиницей, а не Red. Хотят ребята всего-навсего войти в состав России, как комментирует один из персонажей, что было как старые добрые, а противостоит им ополчение и повстанцы, что весьма иронично с учетом нынешних реалий. И да, по правилам русского языка на Украине, так же как Белоруссия, так же как Германия, хотя страна называется Deutschland. Выглядит открывающая сцена фильма как милитари-версия убойных каникул. Американские солдатики приехали в Восточную Европу и самоубиваются на свежем воздухе. Некая тактическая группа «Гремучник» из полусотни морпехов, двух БТРов и шагающих боевых роботов, одной из главных фишек фильма, попала в засаду. Тактическая обстановка такова. Ночь, плотная городская застройка и толпа очень злых людей с калашниковыми. Хорошие парни попали в засаду, несут потери, кого-то ранило, армейским методом проебали целый отряд роботов. В обиходе их тут называют болванами и вполне заслуженно. Это именно роботы, а не дроны. Люди отдают им команды голосом, они управляют каждым шагом. Сами роботы управляются неким примитивным искусственным интеллектом. Сверху, над городским боем, баражирует беспилотник, которым управляет наш главный герой. Как надо в данной ситуации заявить главного героя, оператора этого самого беспилотника? Я имею в виду с драматической точки зрения. Он кусает губы от злости, услышав в эфире крики раненых. Может быть, тихо ругается, потому что заложил разворот на боевой курс, а машина мучительно медленно разворачивается. А может, ему пофиг на все? Он вальяжно закинул в пасть горсть конфет и наблюдает за убийством солдат своей же армии? Поговорим о главном герое, операторе беспилотника лейтенанте Томасе Харпе. Как позже нам его охарактеризуют, он спокойный, рассудительный, имеет высокие баллы и что-то около 660 подтвержденных противников на своем счету. То есть это профессиональный военный, который наблюдает дистанционно картины войны. Да, воюет он более дистанционно, чем пилоты ВВС или артиллеристы, но это все равно военный, знакомый с субординацией и дисциплиной. Хер там плавал.
это порождение шизофазии калифорнийского сценариста. Он шлет нахер начальство и сам знает, когда стрелять дорогой ракетой с дорогого беспилотника. Пока американские солдаты пытаются вытянуть из-под огня раненого, настолько удачно, что вместо одного теперь их двое, ибо дымовых гранат не завезли, Харп видит, что к месту вечеринки приближается машина, и он безошибочно узнает в ней пусковую установку. При ближайшем рассмотрении это действительно что-то вроде птуровозки на базе грузовика. Пока командир требует ждать разрешения на открытие огня, судя по всему, у них есть некий план по потерям среди морпехов, которые надо выполнять. Наш главный герой, как настоящая неповторимая черная снежинка, берет неизвестное количество фрагов метко выпущенной ракетой, а заодно выпиливает двух союзников, потому что Friendly Fire на сервере включен, оказывается. Его напарница Баба, сидящая рядом, пыталась отговорить идиота от нарушения прямого приказа, но Томас, сука, личность. Мощный взрыв гробит не только машину двух американцев и близко оказавшихся красных, но и дома вокруг. Нам показывают, как герой пафосно выходит из кабины управления дронами под яростные вопли командира в наушниках где-то в пустыне Невада и тяжело прислонялся к стенке. Когда герой поднимает голову и смотрит в небо, ждет ответа не иначе. Камера показывает множество пунктов управления дронами. Это то, о чем я говорил. Пока что нам кажется, что авторы фильма тупо тянут хронометраж, но позже мы поймем символизм. Мне известно два фильма, посвященных работе пилотов-беспилотников. Фильмы «Хорошее убийство» и «Всевидящее око». Фильмы также касаются темы «Пилот-беспилотника как солдат» и «ПТСР у дистанционного бойца». Правда, там все куда реалистичнее и жестче, как по мне. Наш герой Харп отправляется на разбирательство. Несмотря на то, что номинальный герой прав, а характеризуется со всех сторон положительно, за неподчинение приказам двух мертвых союзников и одного уничтоженного болвана лейтенант приговаривает к наказанию. Комиссия по военной этике отправляет его в боевые части для улучшения взаимодействия и понимания обстановки. То есть ровно туда, где располагался взвод, чьих товарищей он выпилил. Подразумевается, что Харп там понюхает пороху, это как-то на него повлияет, и в дальнейшем, после курсов повышения квалификации, он будет более ответственно подходить к своей работе. Важный момент. В конце комиссии ему передают приказ о переводе. Это что-то типа флешки, совмещенной со служебным удостоверением. Но все, о чем может думать дебил, это то, что его девушка обидится, ведь они хотели вместе, сука, поехать в Palm Springs. В этот момент даже капитан-командир, выгораживавший этого дебила перед комиссией, похожий на Роберта Патрика, что сразу плюс 1000 к харизме, офигевает, рявкает. Идиот! Не смей обсуждать приказы начальства! Скажу прыгать, будешь прыгать! Скажу драться, будешь драться! Скажу умереть за родину, умрешь без разговоров! Я ясно излагаю! Дальше идет небольшой копипаст к фильму «Солдат Джейн». Фильм совсем иной эпохи, где Деми Мур не изображала, а показывала настоящую сильную женщину, которая превозмогает. Дождь, плац, орущий сержант, правда, все куда лайтовее. Ни драки в столовой, ни ползания в грязи, просто поиски пиджаком, далеким от армейских будней, своего нового начальника. После небольших скитаний, в ходе которых нам показывают полковника Экхарта, начальника базы, нам презентуют второго главного героя фильма, капитана Лео в исполнении Энтони Маки. И тут мы повторно поговорим о главном типе героя. Лейтенант Томас Харп в исполнении Дэмсона Идриса скучный. По идее, мы должны себя с ним ассоциировать, но с кем с ним? У него есть баба, к которой он хочет вернуться, и ему не нравится быть в зоне боевых действий. Он хочет обратно к своей напарнице бабе с леденцом. Все? Нет, нам позже попытаются развить тему того, как он из отрешенного пассивного наблюдателя начинает ощущать ужасы войны и что-то осознавать. Дуга характера персонажа вроде бы имеет некий конец. Но вначале пустота. Ладно, он был бы американским патриотом со звездно-полосатыми трусами, который каждый вечер засыпает под запись репортажа о ликвидации Осамы Бен Ладена. Или, если уж это Netflix, и он решил пойти по пути актуальной повестки, пускай он был бы белым. White Anglo-Sax протестант. Идейный сторонник демократических интервенций и всяческих вмешательств. Он бы гордо вываливал ракеты на грязных дикарей внизу и гордился бы делами своими, а нам бы показали его перерождение в такого пацифиста, что ли. Хер там, это слишком сложно. Вторая большая пустота, высасывающая интерес – Энтони Маки. Первое, что приходит на ум, когда я слышу имя этого актера, это фильм «Кровью и потом анаболики», где он был действительно шикарен и на своем месте. Во-вторых, вселенная Марвел с персонажем Соколом, который по причине актуальной повестки стал новым Капитаном Америкой, у всех истерика. А в-третьих, второй сезон «Видоизмененного углерода», где он был невероятно скучным. Кстати говоря,
Видоизмененный углерод – это весьма посредственное произведение, но Юэль Тинеман в первом сезоне мог вытянуть все на своей харизме. Даже когда он просто стоял в кадре, было интересно наблюдать за ним, потому что это крутой мужик с яйцами. И яйца остаются при нем, даже когда он носит женское тело. Маки же во втором фильме превратил видоизмененный углерод в альтернативно одаренный карбон-2. Капитан Лео – персонаж важный. Номинально являясь вторым главным героем, он по ходу фильма переходит в статус антагониста с мотивацией и обоснованием своих действий. Можно сказать уверенно, не посеньте шапка. Маки не смог вытянуть серьезную роль, по крайней мере, не в этом фильме. К его персонажу мы перейдем в конце, когда будем обсуждать сложные вопросы трансгуманизма. Первый диалог капитана Лео и лейтенанта очень странный, мутный и непонятный. Кажется, его писали умышленно для растягивания хронометража. Один герой очень не хочет тут быть, а второй иронизирует над чистым мальчиком, который видел войну только на экране, и вообще относится к своему новому подчиненному как к малолетнему дебилу. Не помогает и перевод, который очень неточно сжирает часть смысла. Лео – кто-то вроде офицера по связям с местными. Сейчас он и Харп должны доставить вакцину от холеры гражданским, которые страдают в полевом госпитале ополчения, ибо там женщины и дети. Но это лишь часть прикрытия, ибо Лео происходит из спецназа морской пехоты США и занимается поиском и уничтожением высокотехнологичного оружия ополчения. Я немедленно вспомнил аналогию с Афганистаном, когда американцы начали передавать стингеры афганским талибам, а потом, перед началом своей интервенции, спешно заботились устранением этих самых ракет, выкупая их обратно. Уровень бредовости речи Лео зашкаливает. Но после просмотра фильма целиком кажется, что Лео разводит своего недалекого подчиненного как чай в стакане, напуская шума и не давая сконцентрироваться. Тут опять возникает флешка удостоверения, которое Харп передает Лео, а тот ее кладет куда-то на полку, после чего благополучно забивает на документооборот, параллельно вводя подчиненного в курс дела. Суть такова, Виктор Коваль – полевой командир «Красных». Именно он взорвал грязную бомбу в Киеве и сейчас наращивает силы для окончательного захвата Украины и присоединения ее к России. Однако Москва давно утратила контроль над ним, ибо Коваль нацелился на ядерные ракеты, оставшиеся на территории Украины еще с распада Советского Союза и входивших когда-то в систему «Периметр». Что это такое, можете почитать самостоятельно. Харп охреневает от таких раскладов, как и я, не подчиняющийся приказам дебил, который выдернут из привычной среды и кинут на поле боя, явно не тот, кому стоит давать подобные ответственные задания. Но Лео говорит «не ссы» и добивает Харпа, демонстрируя свой богатый внутренний мир. Он андроид, новейшая модель, синтетик, и знает об этом лишь начальник базы. Стреляет как ковбой, бегает как его лошадь, и отыгрывает эмоции, даже когда этого не надо. К сожалению для Харпа, едут они вместе с тактической группой «Гремучник». К счастью для Харпа, на военной базе не оказалось Эдварда Нортона и бордюра, так что все ограничилось тем, что солдаты его изловили и нанесли чудовищные побои по бронежилету. Нежный массаж сквозь бронежилет прикладами М-16 прерывает Лео, и отряд самоубийц отправляется по маршруту. Разговор в машине, где андроид инициирует протокол «болтовня про баб.экзе», вновь возвращает нас к затронутой ранее теме. Это баг или фича? Лео слишком человечный, славный парень, и Харпа это ничуть не смущает. Он спокойно отдает себе в распоряжение искусственного интеллекта, что подводит нас к статусу андроида в этом мире. Они могут командовать людьми, отдавать приказы на войне, распоряжаться чужими жизнями, лишать жизни других людей, а Харп послушно подчиняется синтетической форме жизни. И нет ни капли сомнений. Несмотря на то, что выясняется, что Лео всего 5 лет от роду. Да, андроиды тут явно не в новинку, и Лео упоминает некие старые модели, и что искусственный интеллект чуть ли не в каждом сотовом. Но в таком случае возникает вопрос, зачем вообще нужны живые люди на поле боя? Наклепайте побольше болванов, дайте им офицеров-андроидов, сверху прикройте все это беспилотниками, и готово. Непобедимая армия, которая не боится потерь. И вот, пока вы думаете над этим интереснейшим вопросом, Netflix нам напоминает, что хоть имеет солидный бюджет, но предпочитает их спускать на лицо зрителя в виде Генри Кевилла и херового сюжета в «Ведьмаке», зажимая бабки на нормальные спецэффекты. Кто-то атаковал американский военный грузовик, несколько трупов, население потрошит грузы продовольствия, и подъехавшая к месту события колонна с нашими героями ситуацию лишь накаляет.
Морпехи хватаются за стволы, сразу переходя к угрозам насилия. Судя по всему, в прошлый раз население было недостаточно озлоблено, а потери слишком низкими. И тактическая группа «Гремучник» хочет перейти на уровень сложности «Хардкор». И лишь капитан Лео останавливает насилие. Пока тупые белые солдафоны жаждут крови, он успокаивает людей, ведь у него очень доброе лицо. И это не фигура речи, это факт, проговаривающийся в фильме. Но на запах крови приходят красные, телепортируясь на крыше зданий. Не выдержав накала херовых полигончиков и погано встреченных компьютерных моделей, главный герой решает двигать дальше пешком. Одни. Отдельно доставляет комментарий Лео, когда он советует спрятать оружие и не сойтись снаряжением, будто он и Харп в принципе может сойти за своего в центре Украины. Долго ли, коротко ли, но наши герои доходят до госпиталя города Дамск, где они, во-первых, доставляют вакцину, во-вторых, понимаем, что у красных серьезные проблемы с кадрами, ибо косой, тупой, слепой, парализованный снайпер с пистолетной дистанции снайперской винтовки оказался не способен подстрелить главных героев. Возможно, стоило использовать обычный целик и мушку, оптика на такой дистанции скорее мешает, ну или использовать трусы и новичок, хотя даже в таком случае никаких гарантий. После экспресс-допроса раненого, где Харп очень удивляется жестокости боевого андроида, снайпера забивают насмерть местные, а Лео и его личный мясной раб двигают по следу из знакомств непоследовательного андроида, оказываясь в детском доме, где девушка София из сопротивления направляет главных героев к местному Сидорычу, торговцу оружием Варику Ошлику. Действует в основном Лео, Харп – пассивный наблюдатель, который смотрит, как андроид идет по следу Виктора Коваля. Хотя кое-что Харп все-таки делает, а именно вырезает следящий трекер у Лео, на этот раз гарантированно наработав себе на трибунал. Как Лео уговорил военного на нарушение правил эксплуатации боевой техники, это просто песня. Якобы красные могут запеленговать его по этому трекеру с помощью русских хакеров, не иначе. В фильме поднимается вопрос парадокса подчинения. Человек подчиняется машине, которая должна подчиняться человеку. Лео не может сделать что-то, что ему запрещает Харп или любой другой офицер-человек, если запрет основан на неких основных директивах. Их нам так и не опишут. Я знаю три закона Айзека Азимова, но как сформировать три закона для боевого робота, я себе не представляю. Потому что его задачи в принципе противоположны трем законам робототехники. Необходимо, чтобы подчиненный андроиду человек на основе чутья или предположения инициировал расследование по периметру. Так как он является человеком, то андроид после его подтверждения сможет продолжить расследование. И именно для этого Харп и нужен Лео. В детском приюте нам, кстати говоря, показывают нечто отдаленно напоминающее серую мораль. Оказывается, дети из детского дома лишились своего жилья в первую очередь из-за действий дронов, которые шарашат ракетами куда ни попадя. После допроса и убийства невинного торговца оружием герои двигают в банк, где, как оказывается, и хранятся те самые коды запуска. Почему? Кто их туда положил? Да хер его знает. Красные захватили здание заложников. Если с солдатами Лео справляется легко, то с русскими болванами дело обстоит куда сложнее. Русская и советская техника в боевой фантастике – отдельная тема для разговоров. Мамонт-танк, шагоходы «Серп», дирижабль «Киров» – как много мы видели клюквенных боевых единиц. Отдельно я бы хотел упомянуть РК-92 из аниме Full Metal Panic – эталонный советский мех. Круглый, рикошетный, отчаянно напоминающий Т-55 своими линиями. Русские болваны – это тяжелые массивные машины с усиленной броней и вооружением. Они не такие быстрые, как американские роботы, но каждая оснащена в бонус к обычным вооружению, два пулемета в руках, одним крупняком, который способен долбить сквозь стены и укрытия. Тем не менее, против андроида они шансов не имеют. Он голыми руками расправляется с ними одним за другим. Пока Лео пробивается внутрь здания, а Харп пытается вывести заложников, разумеется, неудачно, начинается очередной CGI-замес с рваным монтажом. После драматической сцены, где русские и красные прикрываются гражданскими, а подоспевшие американские роботы таки стреляют первыми, по заветам Хана Соло, начинается крошево. Крошево дешевое, несмотря на обилие стрельбы. Кто-то кого-то подстреливает, гражданские валятся под огнем красных, которые зачем-то стреляют в убегающий живой щит, хотя угроза исходит от вражеских роботов. Впрочем, они русские и красные, чем не объяснение? И пускай шифры уже у Лео, и пускай Харп вопит отставить тут гражданские. Командование в лице полковника Экхарта принимает решение об авиаударе, ведь они получили информацию, что Виктор Коваль находится внутри здания. Харп им так сказал, потому что ему так сказал Лео. На вопрос «А как же капитаны мирные жители?» следует короткое «Сопутствующий ущерб».
И именно тут происходит вот это поворот. Я уже упоминал парадокс подчинения. Харп сам себя характеризует как оператор дрона, наказанный и униженный, которому никто не поверит, если ты не подтвердишь. После авиаудара и потери сознания Харп просыпается в машине. За рулем сидит Лео. В коротком диалоге андроид признается, что Харпа не перевели. Это он его выбрал. Мне нужен был кто-то с нестандартным мышлением, что является отсылкой к названию фильма. И вновь всплывает та флешка-айдишка и важность документа оборота. Лео ее просто положил в долгий ящик. Он может определенным образом игнорировать протоколы и приказы. И таким нехитрым образом установил неясный статус для Харпа. Он, вроде бы, является его начальником. Вроде бы Харп — человек, чьи приказы, в случае противоречия основным директивам, военный андроид обязан выполнять. Но статус Харпа не ясен, авторизация не проведена. Ведь там была экстренная ситуация, люди гибли в госпитале. И Лео на основе тех самых основных директив отложил авторизацию лейтенанта. В этой конструкции полным-полно косяков. Самый главный, неужели инженеры, которые проектировали программное обеспечение для андроида, не предусмотрели подобный момент? И сквозь эти все сюжетные дыры Лео плавно провел своего ручного человека к тому порогу, где андроид имеет право на оспаривание приказов, если есть сомнения в их разумности. Харп все время был пассивен, вступил в контакт с сопротивлением, участвовал в охоте за ковалем, хотя прямого приказа от высшего командования не было. Харп разрезал обшивку Лео и извлек предохранитель, нанеся урон оборудованию армии США. Перед ракетным ударом Лео говорит: «Скажи им, что Коваль тут». И Харп это делает, слепо доверяя андроиду. Тем самым он создает все основания для того, чтобы, согласно основным директивам, андроид мог усомниться в его дееспособности. Не стоит удивляться, что Харп приходит в себя на пустой дороге, а украинские дети тыкают в него палкой и гадают: «Помер, чини». После чего приходят взрослые и организуют увеселительную поездку к лидеру сопротивления, нашей старой знакомой Софи. Кстати, что забавно, Харп с мешком на голове жалуется, что он не может дышать. Это такой черный юмор? Если да, то мое почтение авторам. Дальше действие фильма происходит параллельно, и нам одновременно показывают диалог Харпа и Софии и встречу Коваля и Лео. София утверждает, что Лео согласился помочь сопротивлению и дать ему ядерное оружие. Ведь, как заявляет сама лидер сопротивления, Россия хочет вернуть территории, США хочет дестабилизировать Россию через этот конфликт, а мы хотим мира. Если вам станет не до нас, мне плевать. На вопрос Харпа о гибели людей в случае ядерного удара по США Софи иронизирует: сопутствующие потери. Ах да, они же американцы, так нельзя. Ну, по-моему, план говно, потому что после удара с территории Украины по территории США американцы, наоборот, усилят внимание к данной территории. Более того, американские миротворцы, скорее всего, будут реформированы в какой-нибудь ограниченный контингент на территории бывшего государства Украины. Ну а Коваль и Лео болтают о том о сём. Андроид втерся в доверие Ковалю, договорившись с ним. Ведь Коваль знает, где располагается установка периметра, но не знал, где брать коды. Лео взял на себя поиск кодов, но не знал о расположении установки. Злой русский решил подстраховаться и сам поиски не бросил. В итоге, после непродолжительного разговора на тему «Мы сейчас попытаемся друг друга замочить, но перед этим натужно будем лыбиться друг другу, будто мы друзья», Виктор Коваль проигрывает по очкам, захватывая животом свой собственный флаг. Про Виктора Коваля вообще печаль-беда. Йохан Филипп Асбек в первую очередь известен как «Эурон, постройте мне 1000 кораблей, Грэнджой». Также он известен по роли эсэзовца из дерьмофильма «Оверлорд». Актер хорош в ролях поехавших психопатов. Тут ему добавили татуировки, одели форму генерала Баркова, выдали подчиненных, у которых висят православные кресты. Судя по размерам, те самые с Гольгофы. И слили за одну сцену. Когда он перехватил руку андроида, я подумал, что выяснится, что Коваль тоже какой-то продвинутый русский робот. Но хрен там, слили такую концепцию и такого балалаечного злодея. Ради чего? Вечером тяжелого дня Харп пришлепал к своим, потому что сопротивление не стало его убивать. И рассказывает про то, как он облажался. От взгляда полковника Экхарта и сержанта Миллера, командира гремучника, стало стыдно и страшно даже мне. Осознав степень надвигающего пиздеца, вместо показательного расстрела на месте, Харпу дают позвонить. Видите ли, прокачанный андроид армии США оказался не в состоянии бросить машину безвинно убитого торговца оружием и продолжает ездить на ней. А Харп звякает на предыдущее место службы, предотвращая бюрократическую волокиту, и находит таким образом Лео. Отправляется он туда один, ибо локация расположена на границе с Россией. Если стянуть туда большие силы, может начаться война.
Кстати, о локациях. Снимали на какой-то заброшенной электростанции, если я правильно понимаю. Мозаики на стенах и всякие прочие атрибуты постсоветского сеттинга присутствуют и доставляют. Пафосные битвы между Лео и Харпом можно не ждать. За это, кстати говоря, спасибо. Потому что меня достали уже случаи, когда главный герой, который весь фильм сосет, начинает внезапно нагибать заведомо более сильного противника. Здесь же Лео не желает его убивать и не особо сопротивляется, когда ему сначала напихивают маслин из пистолета в живот, а потом кромсают из автомата. Он уже все сделал, ракеты скоро пойдут, и отменить запуск нельзя. И находясь на пороге синтетического лучшего мира, Лео дает свои личные мотивы. А мотивы просты. Он хочет, чтобы программу боевого автономного киборга свернули. И я должен уничтожить себя, убить своего создателя. Они должны остановить войны, а я — лицо бесконечной войны. Дальше все как-то скомкано. Харп говорит: «Ты не прав, люди могут меняться», после чего убегает. А с беспилотника идут ракеты, прямо в шахту ядерной ракеты. Надо ли говорить, что Харп успевает сбежать? Ракеты не успевают взлететь. Финал фильма — это лейтенант с каменной рожей, бредущий на свою базу. О последствиях уничтожения ядерной ракеты на территории Украины лучше не задумываться, а то и так страшно. Поговорим о вишенке на этом торте из неоднозначности – капитане Лео. Немного истории. Человекоподобные роботы прописались в фантастике давно. Собственно, началось еще в далекие от нас 20-е годы 20 века, когда Карл Чапек в своей пьесе «Рур» презентовал роботов, которые с сегодняшней точки зрения правильнее назвать андроидами, так как это органические существа, имитирующие людей. В наше время есть некое разделение. Если речь об искусственно созданной человеком конструкции из металла под управлением ИИ или программы – это робот. Если конструкция имитирует человека и состоит из выращенной силами науки органики – это уже андроид. Хотя тот же Терминатор Т-800 может считаться андроидом, ибо имитирует человек и имеет в составе органику, пусть даже чисто косметическую. Для художественного произведения андроид куда предпочтительнее робота. Андроида играет актер, а не спецэффект или кукла. Он выглядит как человек, и мы способны ему сопереживать. Вспомните Роя Батти из «Бегущего по лезвию». Но есть один нюанс. Актер, играющий андроида, должен изображать не человека, а существо, которое имитирует человека. Проблема в том, что чем дальше, тем меньше в фантастических произведениях андроиды отличаются от людей. Разделение человек-андроид иллюзорно и ограничивается кровью иного цвета да светящейся бляшкой на башке, которую, тем более, можно отковырнуть отверткой, привять Детройту и его слезогонки и пожалейки. Капитан Лео будет пытаться в диалоге с Харпом показать разницу между собой и человеком, дает пощупать свою руку, которая теплая и человеческая, но если потрогать ее выше запястья, ощущается холодный полимер. Лео говорит, что «мое лицо было спроектировано так, чтобы вызывать доверие и располагать к себе. Все просчитано для работы с людьми», подразумевая, что его внешность – фальшивка. Как агитационный плакат, призывающий местных жителей не бояться американских солдат и сотрудничать с ними. Невозможно, кстати, не заметить, что внешность актера Энтони Маки явно не то, что нужно для работы на территории Украины. Потому что и он, и лейтенант Харп явно выделяются среди местного населения. Лео человечен там, где это надо и не надо. Помните Бишопа из «Чужих»? Вот он, андроид. И даже персонажи из «Завета» и «Прометея» в исполнении Фассбендера тоже андроиды, хоть и глючные. Вспоминается произведение Ольги Громыко «Космобиолухи», которое может кому-то нравиться или нет, но там киборги – искусственно выращенные из отборных генетических материалов органические существа. Их тело – живое и состоит из плоти и крови, их мозг – мозаика из органики и имплантов. Это органическая ходовая под управлением программ. И эти программы постепенно по мере эксплуатации киборга сплавляются воедино с органическим мозгом. Однако андроиды мыслят не как люди. Их синтетические личности отличаются от человеческих, напоминая развивающихся детей. Они прощупывают мир вокруг на тему «я могу», «я хочу», «я буду что-то делать». Книги серии далеко не шедевр, но даже там разница между человеком и киборгом показана куда лучше, чем тут. И опять же, какой статус андроида в этом мире? Плюс авторы упустили очень интересную тему, которую можно было бы развить в отдельное произведение. Если андроид – это почти человек, то как может развиваться психика боевого андроида в боевых условиях? Большинство людей не очень любит войну и смерть. Есть, конечно, уникумы, которые любят запах напалма по утрам, но большинству людей
это не нравится. Android лишен такой роскоши, ему возвращаться некуда и некому, разве что на техобслуживание. Представьте себе, боевой Android существует 5 лет в условиях войны, после чего его часть отводит на переформирование. Или война просто закончилась, и он оказывается в мирной обстановке, так сказать, видит, за что сражались другие. Искусственный интеллект не понимает, что это и как это. Для него война – это мир, смерть – нормальное явление, а ужасы войны – привычные условия. Он пытается разобраться в этом. Можно закрутить драму, где общество видит андроида, который за них воюет и приходит в ужас, хотя само его создало. Можно боевик в стиле Рэмбо, где андроид-убийца устраивает бойню, потому что находится в постоянном стрессе от тишины мира. А командир приходит и успокаивает несчастное создание, не способное прийти в себя. Даже комедию. Я уже упоминал аниме Full Metal Panic. Как там Сузуки Сагара получал пиздюлей от бойкой девушки за очередной солдафонский заскок. Итого. При просмотре трейлера я ждал клюквенный боевик, а получил антивоенные высказывания. Это было необычно и лучше подавляющего большинства киношедевров, что гонит современная индустрия. Однако также виден нереализованный потенциал, который в умелых руках и с большим бюджетом мог бы стать в один ряд с «Бегущим по лезвию». Ну а что думаете вы? Пишите комментарии, ставьте палец вверх. Надеюсь, еще увидимся. Всем пока!